Приветствую, друзья! Сегодня хотел как раз поговорить о линейках Flash, который пошел, это тестовая ракетка. Эта ракетка пошла экспертам, где они пробовали этой ракеткой играть и писали свои отзывы на ней. То есть на данный момент эта ракетка сейчас выглядит вот так вот. Чем же уникальна эта ракетка, да, ракетка Clash? То, что компания Wilson и та технология, в которой у нее заложена, она очень гибкая ракетка. Она одна из самых гибких ракеток, но в то же время она на скручивание вообще не скручивается, что есть у других ракеток. То есть технологии Wilson заложили такую конструкцию в робот, что эта ракетка при ударах, куда бы у вас мяч не попадал, она не скручивалась как бантик. Это очень интересная технология. И в то же время она очень мягкая. Она одна, наверное, ну, Clash мощность, да, мощность, контроль. У нее это очень хорошо получается. Вторая ракетка, которая, в принципе, снята с производства. И на замену этой ракетки придет другая ультра. Но компания Wilson эту ракету она все-таки сохранила под себя. И на официальном сайте Wilson вы ее еще можете купить. Вы можете ее еще найти, конечно, в наших магазинах, да, на Российской Федерации. Чем же она хороша? Ультра – это мощность, да? Вот эта ракетка, ракетка Манфиса, Ультра Тур, она здесь много сечений, много струн здесь, по-моему. И, в принципе, натягивая эту ракетку, струнная поверхность всегда будет жесткой за счет того, что здесь большое количество струн. Как бы учитывая, поэтому я на эту ракетку натягиваю всегда натуралку. Сейчас я даже посмотрю, какая у нее струнная формула. Да, 18 на 20. 18 на 20 у нее струнная формула, поэтому как бы эту ракетку не натягивали, она будет всегда жесткая. Вот. И только если на уменьшение натяжения, да? Еще раз. И эта ракета очень контрольная. Мощная и контрольная. И в завершении линейки стоит ракетка Blade. Blade – это чувство. В этой ракетке собрано, наверное, по-моему, все, да, чувство мяча, чувство контроля, чувство направления, чувство мощности. Наверное, бы я это описал так, такими словами. Играя этой ракеткой, ты абсолютно чувствуешь все. Ей очень приятно играть, очень приятные ощущения и просто превосходный продукт от компании Wilson. Превосходные. Если есть возможность взять это где-то на тест в каких-то либо магазинах, возьмите, поиграйте Clash'ем, поиграйте Blade'ом, поиграйте Ultra'ом и выберите свою ракету. Компания Wilson еще делает такие демо-туры, где предоставляет вам возможность взять разные ракетки и поиграть. На этих демо-турах всегда новые мячи, всегда новые натяжки, ракетки. Вы пробуете, понимаете, какая вам ракетка нужна. И заходите на сайт Wilson, записывайтесь, и там будет информация, где, в каких городах будут происходить эти демо-туры. Очень великолепная возможность для того, чтобы вообще, в принципе, понять, нужна вам эта ракетка, не нужна, и что нового в ней все-таки заложили конструкторы Wilson. Спасибо вам большое.